Здравствуйте, с вами Ольга Валяева. Больше 3 лет я не ношу брюк, ношу только платья и юбки. И сейчас я хочу вам рассказать 7 причин, почему вам стоит выбросить свои брюки и начать ходить в платьях, в красивых платьях. Причина первая – физиологическая. Брюки пережимают орган женский, матку, да, органы малого таза. Особенно джинсы узкие на низкой талии. Это приводит к различным женским заболеваниям. Я не буду перечислять страшные названия, но когда вы начинаете носить юбки, происходят чудеса, и у многих девочек женские болезни прошли сами собой. Они ничего для этого не делали, все прошло просто. Это причина первая. Причина вторая – энергетическая. Женщина получает энергию от земли. И, соответственно, с помощью юбки она эту энергию может накапливать, опять же, в самом главном женском органе – в матке. Мужчины немножко по-другому устроены, они энергию получают от неба. А нам нужна энергия земли, поэтому мы ходим в юбках. Это причина вторая. Причина третья – психологическая. Когда вы начинаете ходить в платьях, вы уже не можете вести себя как лошадь. Вы уже не можете таскать на себе пакеты, вы уже не можете куда-то бежать. Вы уже начинаете двигаться более плавно, меняется ваша речь. Постепенный переход происходит. Причина четвертая – стратегическая. Я ее так назвала, и это касается ваших мужчин. Мужчина, рядом с которым женщина, начинает дарить ей больше подарков, больше цветов, начинает говорить ей чаще комплименты, потому что он видит, что рядом с ним не такой же мужик, а женщина по внешним признакам, да? Это была четвертая причина. Пятая причина – духовная. Если вы знаете, то во многих священных писаниях прямо написано о том, что женщина должна носить женскую одежду, мужчину – мужскую. И во многие храмы не разрешено даже женщинам ходить в брюках. Не просто так. То есть наши предки были все-таки мудрее нас. Это пятая причина. Причина шестая – экономическая. На самом деле одеваться в платье более выгодно. И вы можете, вы можете сейчас сделать огромные глаза, но вы можете посчитать два фактора по совокупности. Во-первых, найти красивое платье может быть сложно, и поэтому вы начинаете сами шить. А шить самим обычно это гораздо дешевле, чем покупать что-то готовое. Это первый вариант решения проблемы. А второй вариант, вам нравится много красивых платьев, у вас развивается желалка, ваш муж начинает больше зарабатывать. Соответственно, платье носить гораздо выгоднее. И причина седьмая, эстетическая. Это просто красиво. Платье – это гораздо красивее, чем джинсы, особенно красивое платье. И не нужно маскировать свои женские красивые формы в мужской униформе, в джинсах, в каких-то шароварах, в каких-то, как это называется, балахонах, да? Носите то, что вам идет, а всем женщинам идут платья. Нужно только выбрать фасон и цвет. И пусть ваша красота освещает ваш мир, вдохновляет ваших мужчин на подвиги, и пусть это приносит вам здоровье. Как оказалось, недавно узнала, что, оказывается, у нас уже есть целое движение «Жизнь без брюк». И некоторые люди даже пишут у себя в резюме о том, что я вот уже столько-то лет участвую в этом движении. Супер! А некоторые дают обед безбрючья, как мы узнали. Вот. Я желаю вам попробовать. Попробуйте месяц хотя бы не носить брюки, попробуйте, что изменится в вашей энергии. Летом обычно проще, на самом деле зимой гораздо теплее в юбке, чем в брюках. Вспомните опять же рукавички и варежки. В чем теплее? В рукавичке, да, вот в перчатке или в варежках? Конечно, в варежках теплее, где пальчики все вместе. Так вот и в юбке гораздо теплее зимой. Попробуйте и узнаете. С вами была Ольга Валяева. Носите юбки, носите платья, будьте красивыми, будьте счастливыми, будьте женщинами.